We chose imaging methods especially to use energy or our physical force to treat disease. We need to use the principles of Tai Chi Chuan. Когда мы используем медицинскую мысль образом, особенно когда мы используем нашу энергию или физическую силу, мы должны использовать основы Тай Чи Чуан. In Tai Chi Chuan practice, or when we use Tai Chi Chuan, there is one principle. It's called it's like 100 gram force to win kilograms force. So that means if somebody feels very strong, their force is much stronger than you, is 10,000 times stronger than you. Still you can win with very little force. Когда мы практикуем Тай Чи Чуан, то мы должны понимать один принцип. Он называется один грамм может сдвинуть тысячу килограмм или 10 000 килограмм. Это значит, что если есть человек, который сильнее вас несколько раз, вы все равно можете победить его. So, what do we mean these principles? Что означает этот принцип? That means a great master don't use their own force; they use the enemy's force. Это означает, что великий мастер не использует свою собственную силу. Он использует силу своего противника. So the Tai Chi Chuan master need to understand the direction of the force and how to change the direction of the enemy's force. Большому мастеру нужно знать направление силы и знать, как изменить эту силу, в каком направлении, чтобы она действовала против его противника. Yeah. So during the image method, especially when we use energy or our mind, we also need to do it this way. To examine what kind of direction of the disease and how to change the direction of the development of the disease. Когда мы лечим, мы тоже должны использовать этот принцип. То есть мы должны понимать направление и течение болезни. Мы должны знать, как изменить течение болезни, чтобы она перестала развиваться. Мы должны знать, как это сделать. For example, the liver. Liver's direction of the force or liver's work should go down to the intestine. Например, энергия или работа печени должна идти в кишечник. Or we say the energy or the force of the liver is going down, is not go up. Это означает, что энергия печени идет вниз, не поднимается, а идет вниз, опускается. But if something wrong with the liver, then this direction changed. Но если с печенью что-то не так, то это направление изменяется. And then it can rise up.
И вследствие этого энергия может подниматься. To the brain. Мозг. In this way, the brain will feel dizzy. В данном случае может появиться головокружение и высокое кровяное давление. And stiff neck. Stiff neck. Stiff. Твердый. Не мягкий. Stiff neck. Neck. Может быть. Может быть, шея будет закрепчена. Шея твердый, не мягкий. Okay. In this way, how we deal with the liver? Как нам поступить с печенью в данном случае? Yeah, if we just take away this bad energy from the head, at once patient feel easy, but next day again feel the same symptom. Если просто убрать лишнюю или негативную энергию из мозга, из головы, человек, пациент сразу почувствует облегчение, но впоследствии снова почувствует головную боль, те же самые симптомы. Yeah, if you find after treatment the patient feel good, and then again the symptom come back. You treat it, again the symptom come back. That it means you only take the symptom or take the energy, but you didn't change the direction of the energy. В том случае, если вы несколько раз повторяете эту процедуру, убираете энергию, проходит боль, затем снова у человека появляется боль. И так несколько раз. Это значит, что вы выбираете только симптомы болезни, но никак не изменяете течение болезни. Okay. So, in this case, for the liver, for each organ has a direction of their force, or they have their own, or the, each organ have the right direction of the force, or the development. Это значит, у каждого органа есть свое, одно единственное правильное направление энергии. Правильное направление движения. If this kind of order wrong, or direction wrong, it causes troubles. Если направление этой энергии неправильное, или порядок неправильный, вследствие этого возникают проблемы. So liver's direction of force, with your hand you can feel this kind of force, should go down, not go up. Движение печени вы можете почувствовать своими руками. Энергия печени должна идти вниз, а не вверх. And stomach's energy or the force, what you can feel, is also going down, not rise up. Энергия желудка также идет вниз. If the stomach's energy rises up, people have their feelings full stomach, vomit. Если энергия желудка поднимается, то человек испытывает рвотные ощущения. Often feel like this, a lot of gas inside. Часто у человека может появляться отрыжка. So that means the direction of the force. Or the direction of the stomach wrong. We need to change it and it is go. Это означает, что направление энергии желудка неправильно, и нам нужно изменить его. If we change the direction, then certainly we don't need to too much force. The body will work itself. If we change the direction, если мы изменяем направление на правильное, то организм автоматически начинает правильно работать. Yeah, and then the organ will start to regulate themselves. И тогда все органы будут правильно регулировать сами себя. If we understand each organ's direction, and then we can heal in this way. After treatment, at once they feel good.
Year or day they feel better. Year or week they feel much better. Если мы правильно поймем движение энергии органов, то лечение будет идти следующим образом. Сначала пациенту будет становиться лучше, потом еще лучше. Через несколько дней ему будет еще лучше становиться. Okay, now let's see how to do it. Теперь давайте посмотрим, как это сделать. Да. Возьми один кровать сюда. Стол. 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 Direction. Do you find what I'm doing? Так, нужно изменить направление энергии. Вы понимаете, что я делаю? Исходите оттуда. Look, first here, push. Для начала нужно надавить. Yeah, so feel it. Push it, you go to the liver. Mm-hmm. You push to the liver direction. The liver direction. And your hand here, and then go. Down. So. Even a few times, you will feel easier. The liver is easier. Уже после нескольких раз она может почувствовать облегчение. Печень будет легче. Да, мы говорим чуть-чуть. Что чувствует сердце? А здесь что чувствует? Печень есть? Она просто. Давление есть? Да. Высоко? О. Сколько? Дерево встает. Как вы знаете высоко? Когда? О, болит. Ну, это горова болит, не обязательно давление высоко. Это на давление на прибор показали. Ну, взять банный еще один на ночь. Я туда шу. So the liver's direction is good up. Направление энергии печени должно быть вниз. So. Какой симптом это мерзкий? Ну, лучше это район. Это здесь, эта сторона. Как тесно. Что уже было? Понятно, да? Да. Туда, сюда. Туда, сюда. Туда, сюда. Туда, сюда. Сюда, сюда.
каким она, скажи. Это не важно. Вы что, это лично. Это лично. Ты на китайском тогда говоришь? Так, да, лично. Это зло не было. So if you deal with the stomach also, one hand here. Когда вы работаете желудком, движение приблизительно одинаковое. And then one hand here, you shake this, let's go down. Держим руку так, как показывает мастер, и потряхиваем ее. Таким образом заставляя энергию идти вниз. If spleen, one hand here, spleen raised up. Если что, кстати, в селезенке, то нужно делать вот так. Как бы снизу вверх. Yeah. So why one hand here, why one hand here? First is tone, second we need to understand the direction of the force. Мы поставим так руки для того, чтобы правильно направить его направление силы. И тоже wake up. Simply let the energy go up. Просто позвоночник энергию держишь. So this is also a feeling. When we push chi, you feel the energy and you feel the force. So and then you can determine direction. Это обычное ощущение, то есть мы как бы посылаем энергию одной рукой, а другой чувствуем ее направление. Как, в данный момент какой рукой посылаем энергию? Правой или левой? Сердце. 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 Сердце.